Второму сыну певицы Дэнни идет 21 год. Он растет настоящим красавцем. И фото, которое появилось на странице певицы в социальных сетях, лучшее тому подтверждение. Поклонники певицы наперебой спешат отметить тот факт, что Дэнни стал очень похож на деда Максима, Максима Галкина, пятого мужа Аллы Пугачевой, хотя кровного родства между ними нет. Настоящий дед Дэнни, Миколас Арбакас, который видит внука нечасто. Тем более, что Примадонна развелась с ним еще в 1973-м. Присмотритесь, он похож на Галкина, особенно нижняя губа. Красава! Вылитый Галкин в юности. А это точно сын не от Галкина. Удивляется народ в комментариях и восхищается тем, что Дэнни уже на голову перерос Кристину Арбакайте. Впрочем, поклонники певицы сравнили Дэнни с Никитой Пресняковым, сводным братом, который старше на 7 лет. Пользователи соцсетей говорят, что ребята похожи, несмотря на то, что у них разные отцы. Дэнни признался, он с детства понимал, что живет среди легендарных личностей. «Я всю жизнь жил с этим ощущением. Но четкое осознание того, что меня окружают особенные люди, сложилось примерно лет в 5. Именно тогда я начал слушать диски мамы и бабушки. Это был старый плеер, я надевал наушники, ходил, слушал и подпевал. И в школе на переменах я всегда был с их музыкой. Гордился тем, что у меня такая семья», — рассказал Дэнни. Но от продолжения творческой семейной династии красавец парень принципиально отказался. «Мне больше нравится заниматься бизнесом. И в будущем я всегда с удовольствием помогу своим родным в любых творческих начинаниях», — пояснил сын Кристины Арбакайте.